Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, при которыми бессилен, и города, где Максу места нет. Если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через Южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более сталь же моей руку, сталь моей жизнь такой. И пусть невзгоды унесут именно нас с тобой. А чё нам? Останься моей подругой, слизывать соль морскую. Один миг с тобой стоит. Если бы мне тогда сказали, где сотру свои пятки, о чем буду писать в своих песнях, я бы сказал, не гоните, ребятки. Если бы мне такое сказали в Лунинецком лицее, пацану жизненной целью изменился в лице я. Я задолбался строить планы, они не сбываются никогда. Обычно просто случайность такова, моя злая природа. Все, что хотим, происходит не сразу, а когда приходит, уже не прикольно. Не было головы раньше, сейчас тем более. Стань же моей руку, стань моей жизнь такой. И пусть невзгоды унесут именно нас с тобой. А чё нам? Останься моей подругой, слизывать соль морскую. Один миг с тобой, чего только стоит. Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Комментарии. Макс Корж. Заполнять вагоны под землей или покинуть города. Теперь Артем. Лето, лето, и со мной в темноте. Лето. Давайте вы садитесь в машину, мы сейчас обойдем, возьмем все хорошо. А где машина? Ну, вон. На Прадо. Дай спать. Пошли. Там, где солнце виднее, еле. Где деньги? Привет всем. Это Макс Корж и его команда. Мы приехали в Ростов, наш любимый Ростов. Лишь твое сердце, оно все знает. Оберегай свою мечту, навещай ее во снах. Тебе, конечно, будут говорить, как надо жить, но можно жить не так. В темноте летай, летай со мной. В темноте летай, летай со мной. В темноте летай, летай. Можешь задать вопрос какой-нибудь? Да. Про пельмени. Ты что-то меня так задел. Кто-то на уши все время вяжет. Ты добра от них не жди. Далеко не улетишь, тебе скажут, но ты лети, 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 лети в темноте. Я вижу, я знаю, но все же хочу лететь далеко.
Так давай, если чё, со мной туда прям мир моих снов. Даже если нас не впустят в самый лучший клуб, yeah. За наш веселый, нетрезвый видон. Зайдем в вагон или в тралик, не суть. Прямо до центра, ну а дальше, братишка, пешком. Поговорим о чем-то. Для налоговой. Этого не будет. Мы обязательно в какую-нибудь хрень да попадем. Можно с нами вот буквально сняться? Безумие. Молодость бьет по почкам. Мы тут успели наделать делов. Неважно, хороших, плохих, о нас не забудут уж точно. По ночному городу залитым. А что, нету по всему Ростову? Ну, какой-нибудь, пожалуйста. Не, сына мы сделали. Четыре пары, короткие. Да, с 30. Ну, ничего, может, я... Может, уже какой бизнес узнать? Не, ну мы можем. Я вижу, я знаю, но все же хочу лететь далеко. Здравствуйте, отец Алексий. Добро пожаловать к нам в студию. Сегодня мы поговорим о том, как отец Алексий будет изгонять бесов из фотографа. Отец Алексий, я бы хотел вас подготовить. У нас в студии есть бесноватый человек. Вы готовы к этому? Готов. Итак, запускайте бесноватого фотографа. Она уже здесь, она быстро перемещается, она была только что там, но, к сожалению, такая мистика. С чего начинается процесс экзорцизма? Начнем с проповеди. С проповеди. Итак, начнем, дорогие зрители, мы начинаем проповедь. Припадите к экрану. Кто-то поверит же в это? Вот рыбка. Простите, у отца Алексея. Обед по расписанию. Причем постный, заметьте. Почти. Почти. Оттуда, где тепло. Ты мой друг, если чё ты стоишь, а не просто трепло. Твой шанс где-то рядом, используй его. Ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого? Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю свое музло. Каждый хочет знать и верить, любит до дрожи по коже. Жареные пельмени. Купи билет лото, а свои пустые бредни оставь на потом. Мне же не надо ничего, я сам себя нашел. Он босс. Лайк, босс. He is touch my trouble. А у тебя можно это играть? А можно типа микрофон? Дай мне микрофон. Радио Европа Плюс. Добрый вечер. Мы ведем свой репортаж с концерта Макса Коржа. И сейчас у нас в гостях не один, а самый главный организатор всего мира, продюсер, каких мир не видывал, а-ля Timbaland отсасывает. Артем Максимович Корякин. Здравствуйте, Артем Максимович. У меня большая честь. Спасибо большое, что вы меня приняли сегодня. Спасибо. Огромное аниме. Скажите, пожалуйста, как вы расцениваете сегодняшний концерт? Какие прогнозы? Ну, мне хотелось бы больше. Я жду мастера еще как. Вы могли бы поделиться... Что это треснуло? Антитеррористическая операция. Могли бы поделиться следующим планом на будущее? Понятно, коммерческая тайна. Спасибо, с вами был Нахичеванский час и в студии Артем Максимович Погосян. Спасибо, включайте. Я просто делаю свое музло. Каждый хочет.
хочет знать и верить, любит и дрожь по коже. Если ты с ней был хорош, оно всегда поможет. Я, блин, я не думал, что такое большое. Вот, отлично просто. Ну да, а теперь надо туда перекинуть. Как вам выдалось вот, организовать Макса Коржа и в чем ваш успех сегодняшнего вот, именно вечера? Ой, ну если честно, чисто случайно решили с Леной. Решили твоим. Я прошу прощения. Так, решили с Леной просто ну, так организовать. Это второй организатор Макса Коржа, потому что клевый исполнитель. И в нашем городе не было таких массовых площадок, чтобы он собирал. Поэтому решили КСК Экспресс собрать. Вот вы можете посмотреть на язык, сколько сейчас людей там стоит. Люди не справляются, полтора часа до концерта уже. Но как организовывали, мы в основном через соцсети, потому что ну, довольно-таки развито фан-движение в Ростове у Макса. Но я думаю, вы посмотрите на концерт и сами поймете. А сколько ожидается сегодня людей? Ну, я думаю, где-то, ну, 1000-2 точно. А мы слышали то, что вот будет разогрев. Кто сегодня на разогреве? Сегодня у нас на разогреве два артиста. Это, во-первых, Винсент. Алексей Ганжур, рэпер. И как сопровождение это диджей Майк Ризен. А долго Майк Ризен будет играть сегодняшнюю программу? В течение всего разогрева, ну это в районе полутора часов. Понятно, а Макс Корж сколько выступать будет по времени? 15, час 15. Хороший итог. Хороший. Ну что, спасибо. Хороший, Макс, хороший. Да. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Всем привет, меня зовут Винсент. Винсент, а сколько треков ты сегодня читаешь на разогреве? Ну, я думаю, три. Зачитаю только то, что нравится людям, хиты. Это «Тобой дышать», «Как мы любили», «Дай мне руку». Ну, в принципе, свою стандартную программу, чтобы все были довольны и прокачались. Я слышал, у вас выходит альбом. А как он называется? Он называется «Влюбиться». Он наполнен весной, любовью и только отличными позитивными эмоциями. Мы видели на Спрашивай.ру, вас спрашивали про клип с Таней Ахулковой. Когда он выйдет? Ну, выйдет он, я думаю, совсем скоро. Это, я уверен, что совсем скоро. Мы его уже отсняли в стадии монтажа. Сам жду, точно так же, как и все. Иван, чего вы ожидаете от концерта? Я жду много людей, а их уже много. Я сейчас выходил на улицу и просто офигел. Очень большая очередь. Что вы можете передать своей аудитории? Я передаю всем привет, передаю всем свой позитивный заряд и всем салют, всем мира, это Винсент. Увидимся в зале. Меня зовут. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Лихачевский. Я сегодня открываю концерт Макса Коржа в Ростове в Экспрессе и слегка буду вести все это.
А вас как зовут? Меня зовут Артём. Отлично. Макс может собирать людей, и если мы выйдем буквально в фойе, мы, честно говоря, немножко удивимся, потому что людей очень много, и сегодня будет очень, ребята, круто, я вам обещаю. Покажите ваш гениальный движ. Спасибо. Что вы ожидаете от сегодняшнего концерта? Аншлаг. Сколько человек примерно собралось? Ну, я думаю, 2500. А Максим Корж на сколько процентов выступит сегодня, чтобы взорвать публику? Судя по саундчеку, он выступит на 250%. Но сейчас у него заболело горло, пришлось достать ему срочно чай и мед. Я думаю, что он отопьется и будет все в порядке. Что вы ожидаете от сегодняшнего концерта? Чтобы было очень жарко, горячо. А примерно знаете, сколько человек соберется сегодня? Нет, не знаю, но я уже вижу, что очень много. Говорят, порядка 3000. Вы ожидали такого события? Нет. А какие песни вам нравятся у Макса Коржа? «Жить в кайф», «Стань». Спасибо большое вам за ответы. Пожалуйста. Масса позитива, отличного настроения. И, конечно, пришли послушать Макса Коржа, поэтому, я думаю, покайфуем сегодня, потанцуем, попляшем и отдохнем, так или иначе. А давно его слушаете? Не так давно, но парень продвинутый, поэтому я думаю, что мы тоже будем кайфовать в этот концерт сегодня. Ну, отличного вам вечера. Вам тоже хорошего настроения. Что вы ожидаете от сегодняшнего концерта? Ну, Корж в Ростове, это очень круто, очень ждали его. Думаем, концерт будет классный. Состоите в фан-клубе? Да, ВКонтакте. А во встречу когда вступили? Ой, ну давно, месяца два назад. Билет когда купили, радовались? Конечно! А микрофона нет? Есть, конечно. Просто на камеру говорить? Хочешь прокомментировать? Вот, давай вот так. Глажу Максу маечку и штаники, чтобы все было хорошо. Мое благословение. Привет, друзья! Наше прямое включение из КСК «Экспресс», который сегодня вместил огромное количество человек по случаю приезда Макса Коржа. Рядом со мной талантливый человек, рэпер, MC, звать его Грамотей. Запомните это имя. Грамотей, скажите, чем вы сегодня на концерте будете заниматься и удивлять? Сегодня я буду разогревать людей, то есть это со своими людьми, это Винсент, это Ганжур. И точнее я, да, буду читать один трек, вот. У меня вышел альбом, недавно было интервью, кстати, я удивился, да, как бы Ростов Лайв позвонили и решили сделать интервью перед альбомом. И вот оно скоро выйдет, как бы. Слушателям, конечно, отличного стафа, чтобы хорошо качались, а вот будет еще следующий альбом. Ну, стараюсь презентовать его до 21 апреля, как бы, вот, чтобы два диска вышло, как бы, одновременно, вот так вот. Что еще вы хотите спросить? А скажите, вы сегодня выступаете больше для парней или для девушек? Вообще для себя выступаю, хочу попробовать, как это, вот, выступить при большой аудитории людей с одним треком, это круто, я считаю. Ну и, наконец, заключительный вопрос, можете ли вы поставить автограф у нашего оператора на груди? Конечно, вообще не вопрос. Раздевайся. Блин,
Мои руки закатают в диком танце, сдавит голову, глаза, спину сменит панцирь. Я уйду в отрыв в городе свободы. Абсолютный легалайз. По ночам нам не нужен отель, на чемоданах 3 года в ожидании приключений, но откладывал, решался. И я верил, он ждет меня по дороге в Амстер. Люди, как я знал, так хотел добраться и приземлиться в твой туман. Но пока дождался, жизнь свою поменял. По дороге в Амстер. Люди, как я гнал, так хотел добраться и приземлиться в твой туман. Но пока дождался, жизнь свою поменял. Посмотрите, кем я стал. По дороге в Амстер, по дороге в Амстердам. Начать наш концерт хотелось бы очень тихо, а поздороваться хотелось бы очень громко. Привет, Ростов! Давайте все поздороваемся, прям вот конкретно все. По мою левую руку трибуна. Привет, добрый вечер! По мою правую руку трибуна. Добрый вечер! Танцевальная зона. Привет! Кого вы ждете? Кто сегодня разорвет это место? Я вообще почти ничего не слышу. Громче! Мешок, купи билет лото, а свои пустые бредни оставь на потом. Ниже не надо ничего, я сам себя нашел. Увидеть мир реально прекрасный, мани мне мое шоу. Не знаю я точный путь, не знаю я тех преград. Мы вышли на старт и ни шагу назад. И счастье, что зову, не за горами, брат, лишь будь готов к нему. Давайте сделаем так, ребят. У всех есть зажигалочки и телефончики. Давайте устроим тут космос просто. Подари стимул, друзей меняет время. Но ты меня не кинула, прости меня неверного. Прости за нервы, ты научила любви меня писать, стерва. Мне нужно вдохновение, как нужен воздух. И если музыка не греет, то значит поздно. Обиды смоет волнами соленой воды. Море копит слезы, где разводят мосты. Там, где не гаснут звезды, тает в руках. Где рядом быть времени, пустыни, песка. Никто не скажет тебе, вон из сердца. Где память на двоих, это кольца на пальцах, да истина, да искра, глаза в глаза. Просто любить и от счастья лететь в небеса. Просто остаться и до конечной станции. Любить друг друга, замерев в танце. Просто почувствуй меня, я же замок не меня. И ключ у тебя навеки, знай, к моему сердцу. Просто по душам плеть, глаза так хочу посмотреть. Но мы не вместе. Я не высыпаюсь. Послушайте, какая у меня проблема.
Правильно кто-то заметил, нет, вам не показалось. Мое тело не ветром заносит, и это нифига не усталость. Ни работа и ни наркотик, мои кости ослабил бездушно. Солнце глаза опускает, ребята, мне просто выспаться нужно. Я подвязался алкоголем, оборвал с никотином. Увлекся хавкой здоровой, глаза сияют не от визина. Чуть не дошло до пробежек, но сердце конкретно забилось. Все потому, что за год отоспаться от таки не получилось. Там за окном ветром закроют балкон. Когда меня найдет настоящий здоровый сон. Кроватью и тишиной, большой восьмичасовой. Не видать этого дня, пока рядом со мной мои вырванные друзья. Эй-ей, мы знаем, ты хотел сегодня поспать, красава. 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 Закрыть дверь на огромный железный замок, обрубить комп, выкинуть телефон, оборвать провода на звонок, два слоя. 9-миллиметровый штор, 4 желтых баночек снотворных. Я найду сон, я увижу сон, глаза уводят пульсом ровным. Макс, не торопись. Из розетки доносится голос, где-то бить сейчас отрыв. Где-то движ, пропускаешь много, не зарывай талант. Ты рок-н-ролльщик от бога. Макс, Макс, что мне? Не спишь, давай ближе к народу. Эй-ей, мы знаем, ты хотел сегодня поспать, красава. 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 День за окном ветром прикроет балкон. Когда меня найдет стоящий здоровый сон. С кроватью и тишиной, большой восьмичасовой. Не видать этого дня, пока рядом с тобой твой бой, твой вырвать. Хотели бы с вами собраться и прямо оторваться, оторваться, урваться. Можно это сделать? Кто-то пришел посмотреть, там послушать, но большинство пришло просто руки в отрыв сегодня. Окей, сделаем? Мы приехали к вам с Акомом, называется он «Жить в кайф». До этого был «Животный мир». Но я думаю, какой «Животный мир» тоже можно затронуть, какие-то треки старые, да? Не обязательно ограничиваться. Ну что, вы готовы? Да! Поехали. На телефон, не за неоплату, он отключен.
ты знаешь, в жизни бывает и не такой загон. Закон джунглей моих, лишь дело меньше слов. Знаешь, я даже не парю, совет вам да любовь. Я стою в метро, получил ЗП, голову мою. Мне пришла идея, как бы было хорошо взять один билет, неважно куда. Я просто испарюсь, как тень, никто не узнает, где я. 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 На работе за пар можешь увольнять. Не вспомнят соседи, даже участковый не знает еще мой военкомат, что я отчислен, значит время есть, пока не в розыск. Я стоял в метро, на рекламы втыкал и в голову мою. Мне пришла идея, как бы было хорошо взять один билет, неважно куда. Я просто испарюсь, как день, никто не узнает, где я. Никто не узнает, где я. Никто не узнает, где я. Я буду много пить и танцевать, дышать свободой и песней орать. Упаду лицом в песок и буду ждать волну. От души отматерюсь и закурю. В мире много еще разных мест. У меня на каждое денечек есть. Скучаю я совсем чуть-чуть. Знаешь, я обязательно верну. Две недели или на жизнь, на куда, не важно, не важно. Просто лететь. Город свободу дай мне, лишь дай мне. И никто не узнает, где я. Никто не узнает, где я. И никто не узнает. Остался без диплома, мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал: я выбираю жить в КАИ. 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 Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем, в котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым. Мол, в жизни моей все хорошо, в моем рюкзаке пару маек, носки. И пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знают, я не был таким, а значит, и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жизнь.
Все хорошо, в моем рюкзаке пару маек, носки. И пускай начало оставляет желать лучшего. Все, кто меня помнит, знают, я не был таким, а значит, ты у...